19 веке очень многие, можно сказать, все культурные образованные люди, известные нам, они изучали науку логики. А потом как-то получилось, что из известных нам выдающихся людей, кого мы знаем, я имею в виду из политических деятелей Ленина, и больше никого мы не назовем. Так получилось. И поэтому, если у нас что-то не получается в связи с тем, что не освоена и не усвоена наиболее высокая форма знания и наиболее высокая форма логики, то это не очень считается, не должно быть удивительным. Вот мы предварительно с Евгением Николаевичем тут сидели перед началом кружка, поджидая трудящихся, и Евгений Николаевич поставил такой вопрос, который, наверное, у многих может возникнуть, и я тоже решил его тут поставить и на кружке в начале, прежде чем перейдем к дальнейшему нашему движению. Это вопрос о том, а что вообще такое движение? То есть какого-то такого определения движения, непосредственно определения движения, мы не найдем в науке логики, нет его. С одной стороны, мы все время говорим, что вот диалектика – это наука о том, что все течет, все изменяется, все в движении, непрерывном и так далее. А есть определение движения? Нет. У Ленина есть определение движения? Нет. У Маркса и Энгельса я не встречал тоже. Ну, это нас должно наводить, наверное, на следующее. Вам не напоминает кое-что это? Вот, например, в математике есть определение точки? Нет. Есть определение прямой? Нет. Есть определение плоскости? Нет. То есть, когда вот строится здание математики, то из него уже ясно, что такое точка, и что такое прямая, и что такое плоскость. Но они неопределяемые понятия. Почему неопределяемые? А потому что они самые простые. А если самые простые, а когда определяют, то определяют что-то более сложное через более простое. Это вот разгадка вот того, о чем мы с вами говорили. Ну, разгадка это не наша, а это вот общенаучный такой подход к этому, что если речь идет о самых простых категориях, то бесполезно пытаться их определить отдельно, потому что как вы можете определить? Вот самая простая категория, ее очень легко мы определяем, чистое бытие, Гегель определил. Тут, как говорится, нам повезло. А вот, скажем, такую категорию, как движение, которое относится ко всему, к чему? Ко всему. Есть что-нибудь, что не движется? Нет такого. Раз она самая всеобщая категория, относится ко всему, то как мы ее можем определить? С другой стороны, мы можем, вот когда мы строим или обращаем внимание на то, как построена научная система диалектики, мы можем, наверное, так сказать, что мы начинаем постигать, что такое движение, потому что мы начинаем двигаться от таких простейших форм того, что называют движением, и никто не возражает против того, чтобы это называть тоже и движением, ко все более и более сложным формам. И тогда выявляются три таких последовательных уровней понимания движения. Первый – это движение как становление. Но становление – это же движение. Причем это что такое? Движение, так прямо и написано. Движение исчезновения, бытия в ничто, ничто в бытии. Написано «движение». Как будто бы мы вот знаем. Ну, мы не знаем, но это неопределяемое понятие. Движение, исчезновение, бытия в ничто, ничто в бытии. То есть становление как простейшая форма движения. Первое, которое мы получаем в виде определения уже. То есть такая форма движения, как становление, определяется. Движение, исчезновение, бытия в ничто, ничто в бытии. Дальше мы двигаемся, доходим до нечто. Нечто рассматривается в себе бытие и бытие для иного. И единство. Двигаемся. Двигаемся, да. Понимаете? Мы двигаемся, двигаемся. Приятность в том, что мы все время... Да, выводим. Идет движение логическое, движение. То есть, опять же, мы двигаемся, как мы говорим, и приходим. Но тут мы вполне можем считать, воспользоваться в этом случае категорией возникновения. Потому что да. Идет... Да, они исчезают. Вот оно возникает. Исчезает наше непонимание и возникает наше понимание. Вот мы пришли к изменениям. Что такое изменение? Это единство, равенство с собой, изменяющееся нечто, нечто как единство в себе бытия, бытия длинного, равенство с собой и неравенство с собой. И каждый это относится к чему? Ко всему. Но уже не к такому, что находится в этом обязательно в процессе возникновения и уничтожения, но и, так сказать, любое даже спокойное бытие, все равно спокойное,
про которое мы говорим, что это наличное бытие, определенное наличное бытие, все равно оно в единстве равенство с собой, а не равенство с собой. И уж то, что находится в покое, в этом смысле всегда и равно самому себе, и не равно самому себе. То есть то, что нам представляется или кажется спокойным, не находящимся в становлении, в том его определении, оно все равно находится в другом беспокойстве. Да, да. Да, одновременно есть и равенство с собой, и не равенство с собой. А вот теперь, что касается развития, вы у Гегеля найдете категорию развития? Нет ее, нету. Зато у всех его, как говорится, продолжателей, там и у Маркса, и у Энгельса, и у Ленина, ну, это уже, как говорится, освоение самой этой гегелевской системы. Там все построено на движении низшего к высшему, простого к сложному. И это включает в себя и становление, и изменение, и поскольку это развитие, давайте в этом развитии тоже мы что можем различить? Мы в нем различаем два противоположных движения, как в становлении. Только если в становлении называется возникновение и прихождение, а в развитии – прогресс и регресс. Причем сами по себе вот прогресс и регресс, они как бы элементарные формы развития. То есть такие внутренние формы, которые являются противоположностью, но они противоположностями в развитии. Поэтому прогресс сложнее категория, чем развитие, потому что это только один из моментов в развитии. Надо знать, что такое развитие, взять такое движение в развитии, которое совпадает с направлением развития, и это прогресс. А если вы возьмете такое движение, которое совпадает, наоборот, с противоположное, противоположно развитию, и это регресс. А в общественных явлениях реакция. А в всеобщем случае регресс. То есть прогресс и регресс. И, скажем, на чем настаивает Ленин, он это и вот взял и выпятил, можно сказать, то, что не подчеркнуто у Гегеля. Он так это все сделал, но подчеркивание не сделал. Вот Ленин это сделал и даже специально к вопросу о диалектике в маленькой заметке, которая есть в философских тетрадях, что всякое, значит, развитие есть борьба противоположностей. Борьба противоположностей. Причем значит, борьба противоположностей абсолютно, а единство относительно. Вот этот вывод он у Гегеля не сделал. Ну, так описано у Гегеля, что все действительно борьба абсолютно, а единство относительно. Потому что там все время идет борьба, постоянная. Вот. Там уже Гегель находился, извините, в пространстве. Да. Да. А материалисты уже, так сказать, это видели в реальности, как это все проявляется, в какой острейшей борьбе это проявляется противоположности. Ну вот, так что вот так, в ходе наших, так сказать, занятий мы еще один момент вот взяли, который прямо не написан вот у Гегеля. Не написан, но мы можем до этого. Да, но между строчек додуматься до этого могут люди, которые не только читают, а еще и обдумывают, и это делают не в раз, а довольно систематически. То есть уже могут, как бы, вот некоторые товарищи хотят быстро получить результат. Вот от меня добивались некоторые, особенно студенты, добиваются на самых ранних этапах. Говорят, ну вот вы лопату когда делаете, значит, что надо сделать? Палку круглую, шуруп надо один, и железную, собственно, лопату. Вот. И надо этот шуруп вернуть. А я сделал только палку. Спрашивают, как применять? Ну, как, говорю, применять? Ну, бить тех, кто задает такие вопросы. Ну, что я еще могу сделать вначале? То есть, вот как-то думать, что можно применить. Или как можно ездить на машине, которая не доделана. У нее, значит, почти все сделано, уже и кузов есть, и сиденье хорошее, мотор только не работает. Как на ней ехать? Ну, сзади надо толкать. Ну, с тормоза только снимите, и можно кататься. Да. Ну, а можно к другой машине прицепить и ездить. То есть, вот наше такое представление, что можно в любом, или, как скажем, есть ветви математики, которые хотят, как они применяются. Вот у нас был вот такой был, сейчас вот Людвиг Фадеев умер, известный математик, директор нашего института Стеклова. Вот мы у него не учились, а мы учились у Дмитрия Константиновича Фадеева, его отца. А он читал нам алгебру. И вот на дне матмеха он показывал, значит, вот какие в виде свиньи мы нарисовал всю математику. Вот, значит, то, что она роет, чем, это мат-анализ. Вот, там, значит, это геометрия, а вот, говорит, кишки, это, говорит, алгебра. То есть алгебра ничего, как говорится, не дает непосредственно,
а она дает то, что нужно для развития самой математики. И таких достаточно много предметов математики или направлений, которые непосредственного выхода, может, не дают. Ну, как и разделился, скажем, наш факультет, вот мы были на третьем курсе со Степаном Степановичем, вдруг раз, и, значит, раскол факультета, значит, с матмеха половина уходит, и создается институт прикладной математики и процессов управления. А матмех остается, как бы он никуда ни к чему не прикладывает, а просто, так сказать, доказывает теоремы. Ну, и прекрасно, но если вы не будете доказывать теоремы, то нечего будет и прикладывать. И несмотря на все это разъединение, все равно так или иначе получается соединение. Или, скажем, в математике матфизика – это какая-то такая нестройная наука, там задачи, 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 задачи. Но задачи математические, которые родились как физические, а теперь они являются математическими задачами. И там какой-то такой системы нету, поэтому сложно это дело очень изучать. Так, ну вот. По поводу движения. Да. А движение еще определяется же через материю. Как? Движение – это состояние материи. Форма существования. Наиболее общая форма существования материи. Но это... Ну а как мы узнаем? Ну, как, что это значит? Это, вам понятно, что... Валерий, вам понятно, что такое форма существования материи? Надо знать, что такое материя, никто не знает. Как? А потому что материя тоже неопределяемое понятие. Да, не так. То есть это или очень просто определяемое понятие. Материя – это то неделимое, что есть. Например, все. Или как Шантаяна определил. Материя – это поток информации. Вот вам, мало того, что не так, информация. Нет, да? То единое, что есть. Вот материя. Все. Так? А форма существования? Вы что такое существование? Это в каком томе науки и логики? Существование. Во втором. Новое учение о сущности. И как мы берем категорию из учения о сущности и применяем для определения материи? Движение. Не очень. Просто-напросто мысли, просто мы о другом можем сказать, что мысли нельзя ее, как находящуюся в покое, и все. Материи, нету такой материи, которая бы не находила, нету покоя, вот что. Как некую противоположность покою. Более того. Вот понятие покоя всем вроде знакомо, понятно, просто, очевидно, да? Так вот его нет. Совсем нет. Вообще нет, нигде и никогда. Вот мы сейчас вращаемся вместе с Землей, каждый еще, а Земля вращается вокруг Солнца, а потом каждый дышит, у каждого, так сказать, кровь ходит, и еще каждый моргает. Я вот предлагал некоторым студентам не моргать, не соглашаются. Причем нам нужно движение, чтобы определить самодвижение? Ну да. Да. Ну а самодвижение у Гегеля речь пошла. О самодвижении. Учение о сущности. Вот здесь. Но там она не в системе, там она предварительно. Предварительно. А здесь пошла уже в системе. Это она появилась, когда речь пошла о противоречии. Ну вот теперь давайте еще раз вернемся к тому, что нас беспокоило. Мы долго-долго при изучении вопроса о сущности разбирали рефлексию. Это очень, можно сказать, трудная, непонятная категория. Рефлексия. Во-первых, она, с одной стороны, очень понятная, а если брать филологически, дескать, что такое рефлектор? Все знают, отражатель. А что такое рефлективное? То, что берет, с отражением берется. То есть вы все, что вы берете, вы должны взять с отрицанием. Вот, с отрицанием. Вот то, что берется с отрицанием, то положено. А то, что не берется с отрицанием, а просто берется, это вот непосредственное, или сущее. Сущее – это то, что вот так вот берется непосредственно. Вот если я знаю, что вы притащили вот этот вот диктофон, или если я уже на него смотрю, как на ваш диктофон, то есть вас имею в виду, отрицаю вас, беру диктофон, это уже будет положенность. А если я беру просто его, вот есть и есть, пусть записывает. Это сущее, диктофон, взятый как сущее. Иногда его слово «сущее» для красоты употребляют. Просто, как если красивое слово. Вместо бытия. Но у всех есть желудок, но он не сущее. Сущее, он может быть в случае такого очень тяжелого ранения. Когда вдруг... Он не является... Хлеб насущный – это не тот хлеб, который где-то есть там в закромах у кого-то. У нас вообще-то хлеб есть, но нечего есть. Потому что нет насущного, то есть нет для того, чтобы сейчас, сегодня его съесть и так далее.
И надо сказать, что вот такие ошибки делают даже и профессиональные философы, ну, в той мере, в какой они не занимаются непосредственно вот логической вот этой структурой и строгим следованием категориям. А если их просто брать для красоты, то сейчас в современной философии все гегельские категории присутствуют как вот елочные игрушки. И эти берут там и существование, например, экзистенциализм. Что такое? Выдрали одну категорию существования из всей системы и вот, так сказать, на ней построили целое направление. Как будто существование существует независимо от условий, независимо от бытия, независимо от сущности самой. Уже не сущность, а существование. Или, скажем, ну вот, есть такое направление и течение, и кафедра у нас есть. Онтология и теория познания. Причем это интересно так соединяется. Онтология – это учение о бытии. А учение о познании, учение о постижении этого не только же бытия, а всего. Вот. Мне приходилось выступать на конференции по онтологии. Ну и поскольку я-то все-таки выступал как представитель вот этого направления, изучающего науку логики, я сказал, ну так мы это бытие, это можем видеть. Это бытие – это, во-первых, сущность. О, простите, это, во-первых, чистое бытие – раз. Во-вторых, просто бытие – два. В-третьих, это наличное бытие – три. Нечто – это тоже бытие, определенное наличное бытие – четыре. Существование – тоже бытие. Движение. Явление – тоже. Нет, это движение бытия. А вот это вот именно… Нет, они, это уже движение, это характеристика этого бытия. А само бытие появляется. Существование – раз, явление – два, действительность – три. Это все бытие. И потом то бытие, которое в познании, в понятии, да, оно тоже бытие, но оно уже бытие в мысли, в мышлении. То есть этих бытий можно в эту самую онтологию развернуть, всю эту науку логики построить как большую-большую онтологию, онтологическую штуку. И это даже вот мой доклад опубликовали. То есть я, по крайней мере, вот после науки логики у себя в онтологов чувствую себя свободно. Так, не так, что ты сейчас придешь, а там все такие страшные онтологи, они все. Но это они где-то вот в районе бытия состряли, и так дальше шире не идут. Так вот, мы с вами добрались, долго мы разбирали рефлексию, и рефлексия именно в силу, потому что мы сначала рассмотрели переход бытия в сущность, и вроде мы перешли к сущности, потому что этот переход осуществился не у нас только в головах, а отразился в наших головах, потому что бытие разворачивается и снимает себя. А раз оно снимает себя, то вот это снятое бытие – это сущность. Причем под снятием мы уже твердо знаем, что не надо брать, не все равно, как сказать. Надо сказать, это отрицание с удержанием, а не удержание с отрицанием. Все-таки это отрицание с удержанием. То есть никакого другого отрицания, которое бы не было удержанием, не бывает. Ну вот классический пример – ваш диктофон. Он же ведь согласен, что это не я буду говорить, а он будет говорить. Это отрицание. Но он же удерживает то, что я говорил. Вот это отрицание, это снятое. Но точно так же в фотографии точно делает фотоснимок. Это вы или не вы? Вообще-то не вы. Потому что это бумага, а вы бот. Но это вы в снятом виде, так сказать. Вот. А вы будете догадываться, что не вы, а вас будут увидят фотографии, и вас не пропустят, если вы будете догадываться, что это не вы. Потому что потому, какой снимок, от этого зависит. Пропускают ли вас с вашим документом или нет в то или иное учреждение. Значит, и поэтому категории, сначала мы с которыми имели дело, они имеют вид ничто. И движение в этом начале имеет вид ничто. То есть как только что-то появляется, похожее на бытие, сразу отрицается. Поэтому все берется как ничто. И поэтому все категории сущности вначале представляются как категории, как движение. От ничто к ничто. Что обеспокоило Владимира Ильича Ленина? Он говорит, ну, вот от ничто, что ничто, переходит в бытие, это может быть, пожалуй. А вот чтобы ничто к ничто, пожалуй, этого не может быть. Ну, пожалуй, так он аккуратно выразился, на всякий случай. Но сколько мы вот с вами не рассматривали этот вопрос, если мы строго следуем тому, что это снятое бытие, то есть
отрицание бытия. Значит, речь идет от одного отрицания бытия, то есть одной категории сущности, к другой категории сущности. И вот этот процесс все шел, 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 и мы дошли, вот когда мы рассматривали, что такое рефлексия, это каждый может рассматривать, это мы чем облегчаем, так сказать, жизнь тем, кто изучает? Ну, тем, что они понимают, что некоторое время надо пройти по болоту. Если вы хотите выйти на какой-то сухой берег, то долго надо брести по этому болоту, где непонятно, дойдешь, не дойдешь, тяжело, трудно и так далее. И вот, наконец, что произошло? Значит, появились такие, как бы, уже признаки чего-то твердого и какого-то, значит, леска, за которым можно ухватиться и подтянуться и продвинуться. А именно, что появилось? Появились вот такие категории, как тождество и различие. А тождество и различие это рефлексия. А если это рефлексия, которая есть движение от ничто к ничто, то тождество может быть только как тождество различного. Никак иначе быть не может. Никакого другого. И как бы мы потом не пытались вернуться к привычным формально-логическим представлениям, что А – это А. Никогда нет этого А равного А. Никогда. Если вы даже напишете слева 5 и справа 5, то вы понимаете, что одно, то, что слева имеет одни координаты, сейчас уже есть и GPS есть, и другие системы, которые определяют координаты, а у другой другие координаты. И никогда абсолютно точно вы не напишете две пятерки. А если вы будете с помощью каких-то механизмов делать, то даже из механизмы никакие никогда точный такой же оттиск не дадут. И даже если они дадут, то вы понимаете, если мы углубляться будем дальше, что вы там точно такое же количество молекул будет в правой пятерке и в левой пятерке. А атомов тоже такое же количество. То есть, если мы, так сказать, начнем придираться к этому равенству, то никак нельзя доказать, что, так сказать, это одинаково. Более того, само Гегель говорит, что бессмыслица доказывать, что вот елка – это елка. Что вот если тождество понимается именно вот в таком смысле, что вот это вот А равно А, то далеко мы с такой наукой не пройдем. То есть мы пройдем, если мы не видим этого А, потому что, например, когда вы преобразуете формулы математические, они всегда вот слева одно, а справа другое. Другая же формула. Другая. Потом другая, другая. И пока мы не придем, наконец, к простому какому-то значению. И вот это простое очень отличается от того, что в начале. Хотя они все равны. Но они все равны, как неравные. Вот интересно в этом смысле химическая формула. Там сейчас не знак равенства ставится, а две стрелочки. Ну вот, да. В этом смысле как становление. Да, да. То есть там, как? Вот в том-то и дело, что там есть там некоторый переход там уже есть. Там не может быть полного равенства. Это вроде как хлор, яд, натрий может сам взорваться. Вот. А натрий-хлор все добавляют спокойно себе, и хоть бахнет. А разве можно их вот он химически, так сказать? Ну, можно и разделить, просто. Если мы энергию. Да, разделись, и после этого уже не будете. Можете отдельно положить натрий, отдельно хлор себе в суп. В тарелочку. Вот. И Гегель, так сказать, остроумно замечает, что вот от таких глубокомысленных заявлений, что елка – это елка, дом – это дом. Я – это я. Давайте я вам расскажу, что я – это я. Вас это устроит? Хотя, на самом деле, если мы задумаемся, я – это не я. Во-первых, я не я, потому что вы же понимаете, что идет процесс, ну, скажем, моего взросления. Мягко, если выразиться. Так? И он идет непрерывно, и в течение часа тоже. Это раз. Во-вторых, человек дышит. Во-вторых, человек моргает. Человек, все клетки его получают одни вещества, отправляют другие в кровь. И кровь движется. То есть ничего нет такого, вот именно в силу этого самого движения, на котором вы акцентировали совершенно правильно внимание, Евгений Николаевич, и вам спасибо. Вот, в силу этого нету такого равенства нигде и никогда. Как нет ничего, раз тем более нет ничего недвижущегося, раз оно движется, оно никогда не равно самому себе. Никогда. То есть равенство можно и нужно рассматривать. Можно и нужно, но как равенство неравного, как тождество нетождественного, как тождество различного. Причем, а вот различия вы можете уже различать. Вы можете брать различия как просто разные. Вот мы с вами, Константин Ильич, разные люди. Согласны? Мы люди. Но мы люди.
То есть мы тождественные. Но мы разные. А чем мы? А если мы не хотим говорить, в чем у нас разница? Ну, разные и все. Все. Тогда это безразличное различие. Ничего не сказано. А вот если мы различные люди, тогда у нас различные там какие-то, так сказать, рот, нос, цвет. Да, один буржуй, другой крупный буржуй. Мы разные размеры капитала. То есть уже пошли различия. Поэтому, когда речь идет о различии, это не безразличная разность, а это как раз вот разность, которая связана с тем, что здесь конкретнее это берется. И противоположность, когда вы берете, да, простите, а если вы берете различие, это всегда различие тождественного. Два яблока, два корабля, два самолета разных, но это самолеты же. Два ягненка, один от одной овцы, другой другой. Хорошо, от одной овцы, но один раньше родился, другой. Хорошо, одновременно почти родились, но почти. Разрешите ли? Да, конечно, конечно. Значит, когда мы рассматриваем систему Гегеля, да, она, скорее всего, это так называемая умозрительная философия. Она, речь идет не о, то, не о реальности, а об отраженной реальности. Да, понятно. И, собственно, Гегель, создавая систему, тогда еще не было учения о второй сигнальной системе, он вскрыл закономерности, спокойное наличие, спокойное в явлении. Как спокойное? Спокойное в явлении. Да, он вскрыл закономерности процесса познания. А этот процесс, он носит идеальный характер. То есть это, поэтому и сам Гегель время от времени к реальности, да, вынужден обращаться. И Михаил Васильевич, когда рассказывает о каких-то закономерностях, да, он обязательно в реальности. Но я бы хотел, Евгений Николаевич, я бы хотел защитить тут Гегеля, потому что он упорно старался выделить первый том, сделал свой, как называется первый том его произведений. В науке логики. В науке логики. Какой первый том? Объективная логика. Объективная, то есть которая в самом мире. Объективная. А второй том, как называется? Субъективная логика. И как вот показало мое изучение, я изучил просто все издания, какие были после издания Гегеля «Собрание сочинений». Вот «Собрание сочинений» Гегеля, там так, том 5, в 37 году вышел. Учение, в нем, в этом томе, учение о бытии, учение о сущности. Объективная логика, как Гегель сразу представляет в предисловии, что это объективная логика. То есть речь идет о закономерности действительности. А том 2, а третья книга, это субъективная логика, учение о понятиях. То есть у него как раз учение о понятиях выделено, и там речь пойдет о суждениях, о умозаключениях. То есть он говорит, что если для первого, для объективной логики у меня было очень мало материала, и я должен был это, так сказать, где он насобирал его? Изучая действительный мир. Другое дело, что он понимал это действительный мир как выражение идеи, но изучал там действительный мир. А во второй части, наоборот, у меня было слишком много материала, мне надо было освобождаться. То если у меня в первом случае не было материала для строительства, его нужно было набирать, то во втором случае слишком много, и даже очень ценные части приходилось отставлять в сторону, потому что уже тут все застроено. То есть между тем, граждане, которые издавали Гегеля, они на это вот замечание Гегеля и на предисловие, где он говорит, вот в предисловии, что я делю свое произведение науку логики на две части, объективная логика и субъективная, они это стали игнорировать последовательно. Может быть, именно потому, что кто-то задался такой целью, я не исключаю, представить Гегеля не как человека, который создал вот такую систему, которая допускает материалистическое истолкование, как Ленин говорит. Потому что если это объективная логика, это вот, ну, читайте это как материю, и вы будете материалистом. А вот это и нельзя. Даже все материалисты должны учение понять и понимать как отражение этого объективного мира, и никак иначе. Значит, берем издание вот это, вот, которое у меня в руках, это серенькое, это три тома, 71-й год, там 72-й. Три книжки: учение о бытии, учение о сущности, учение на равных. Нету. Вот хотя написано
у Гегеля. Нету, что это объективная логика. Они предисловие Гегеля оставляют. Оно написано. Но так не делают при издании. Хорошо. Ну, допустим, это удобно. Последние книги, которые вы видели. Вот и последние. И последние, и предпоследние. Вот сейчас я о ней скажу, Евгений Николаевич. Вот, значит, другое издание у меня есть, красное. Я вот ее приносил на разведопросе, показывал такое красивое, красное. Тоже издательство «Мысль». Там, конечно, тоже написано в предисловии, что да, объективная логика, субъективная логика. Но там-то проще простого можно было это сделать в оглавлении. Ну и, соответственно, вот часть первая, там книга первая «Учение о бытии», книга вторая «Учение о сущности», а книга третья, то есть часть вторая «Учение о понятии», субъективная логика. Нет этого, нету. Берем? Из интернета тоже нет. Берем? Еще одно издание. Отделение, Ленинградское отделение издательства «Наука». Это вот прямо рядом, так сказать, с памятником Ломоносова, прямо на углу. Там и книжный магазин. Черное такое, черное издание большое. Вот оно. И вот если вы... Ну вот, черное или синее. Открываешь его, и там сразу красиво так пишется. Часть первая – объективная логика. Часть вторая – субъективная логика. Да. Открываешь содержание. Нету в содержании, и дальше уже нету. И в тексте нету. На титульном листе. Да, на титуле есть. А дальше не построены две части эти. То есть, как будто кто задался целью. Вот это стереть это различие, которое вас очень беспокоит совершенно оправданно. Я думаю, и всех должно быть. Особенно материалистов. Мы хотим, так сказать, говорить, что тут надо полный сделать переворот, или речь идет о том, как вот говорил Ленин, что то есть я стараюсь Гегеля читать материалистически, истолковывать. Сразу. Вот начинается он с бытия. Что слово «бытие» вас пугает? Не обязательно. Да? Не обязательно материалистически. Да, не обязательно. Вот. Ну, понятно, что все законы природы, если они уже человеком открыты, они тоже носят идеальный характер. Вообще в сознании. Процесс. Но закон это, но а то определение закона, которое Гегель дал, оно, конечно, не носит идеальный характер. Оно спокойное в явлении. Спокойное, не в нашей голове спокойное. Поэтому иногда пишут. Вот и Сталина я видел, как у него говорится, о законах политэкономии. Что это за законы политэкономии? Есть законы экономической жизни, политэкономия их изучает. Но политэкономия изучает законы экономические, которые в экономике, а не законы какие-то другие. Да. Книга третья, субъективная. А где это вы нашли такое? Уже здесь. Вот это да. Они просто в содержании не сделали, а... Лист разделительный, ну, книга третья. Книга. Так, а где книга вторая? В академическом магазине, да? Продается. Так это не книга третья. Не, ну, написано. А должна быть часть вторая. Часть вторая. Ну, так это не то? Не то. Так они разделили на три части, а не на две. Ну, написали хоть субъективную логику. Да это-то и писали, но это или учение понятия. А у него не субъективная логика, это не два названия этого, а это две части. Объективная логика, субъективная логика. А дальше три книги. Две книги, первая часть и одна книга, вторая часть. Это так не сделано. Тут не написана часть вторая, Валерий Александрович. Что? Не написано. Хотел оправдать. Не удается оправдаться. Я показывал это главному редактору, он говорит, ну, ошибка. Будем исправлять, когда они будут исправлять, когда они будут это издавать. Сейчас я уже говорил, сейчас «Науку логики» надо идти заказывать в буквоед, вам один экземпляр напечатают за ваши деньги. Целиком, да? Целиком. За сколько? 400 рублей одна книга. А, то есть примерно 1200 будет стоить вот все три таких. Меня интересует абсолютный путь. Да. Ну вот, и вот мы с вами рассматриваем. Вот рассматриваем тождество и переходим от тождества к различию. Тождество – это тождество различного. Различие – это различие тождественного. И поскольку различие – это различие тождественного, то мы в следующей категории, в категории различия, уже видим, что она включает в себя тождество. А раз она включает в себя тождество, то она включает в себя и тождество, и различие. И вот, когда есть и тождество, и различие, более глубокое понимание этого самого различия дает нам категорию противоречия. Потому что противоречие отличается чем от категории различия? В различии еще они как бы
по разным сторонам находятся эти две. Это как бы, так сказать, тождество, это тождество, а это различие, объединяющее понятие. Различие как различие, это тождество и различие. А вот поскольку тождество не отделено от различия, то оно включает в себя различие. А различие не отделено от тождества, а включает в себя тождество. Поэтому каждая сторона включает в себя и то, и другое. Поэтому они тогда, так сказать, эти совпадают, спадаются в одно противоречие, в котором в этом противоречии есть стороны только противоположные, в одном. Противоречие есть положительное и отрицательное, а в целом это одна рефлексия. Положительное может быть самостоятельным только потому, когда вот я самостоятельный, если от вас ничего не... Если все, что... Все тут есть, все у меня есть, если я вас к себе включил. А вы когда самостоятельные? Когда вы меня к себе включили. То есть самостоятельным считается у Гегеля то, что включает в себя то, от чего оно зависит. Оно самостоятельное, потому что оно уже ни от чего не зависит. Оно включило другую сторону. Включило в себя, и все, и не зависит от него. И другая сторона. Она включила первую сторону, тоже не зависит. И получилось, что каждая сторона противоречия сама противоречие. А раз каждая сторона противоречия сама противоречие, то противоречие сводится в это одно. Вот это одно и называется в то одно и называется основание. И получилось, что вот эта длинная дорога развития рефлексии, логического развития рефлексии, пришло к тому, что вот мы все занимались этим определенностью. Все. Это же определенность была сущности. Определенность, определенность сущности в разных видах. И она дошла до своей точки и слилась в одно, которое есть. И вот теперь я открываю страницу 72 у меня. А это вот перед примечанием положение об обосновании. Глава 3 – основание. И вот там прямо говорится. В соответствии с этим моментом снятой рефлексии положенное приобретает определение непосредственности. Непосредственности. Уже не определение, не определенности, а непосредственности. А непосредственность – это что? Бытие. Ну, потом и наличное. Сначала непосредственность. Сразу не сразу. Первый шаг. Чего-то такого, что вне соотношения или своей видимости тождественно с собой. Вне уже, потому, почему вне? А потому что оно вобрало в себя все это соотношение. Вот прошел путь вбирания, так сказать, всех категорий рефлективных. И это непосредственно есть восстановленное через сущность бытие. Небытие рефлексии. То есть рефлексия дошла до своего отрицания. Она все развивала и дошла до своего отрицания. То есть все, я думаю, что каждый, кто будет читать, студировать это, он, ну, чем мы можем облегчить этот тяжелый труд? Ну, тем, что он видит, может, к чему он придет. Может, синоним попытаться. Да. Некий итерационный процесс, но не формально, да, повторяется. Да. Небытие рефлексии. А именно качественный, имеющий качественный на каждом шаге, качественные изменения. Ну, тогда мы с вами возвращаемся в учение о бытии, о качестве. А здесь говорится о рефлексии. То есть вот я вот хочу сказать, Евгений Николаевич, я все время ловил себя на мысли о том, что я все время пытаюсь лучше изложить, чем у Гегеля. Потом, ну, смотришь, а получается хуже. Ну, не получается. А у него тонко. Видишь, сущность возвращается в себя как отрицающая. То есть она себя как отрицающая. Таким образом, возвращаясь в себя, она сообщает себе определенность, которая именно поэтому есть тождественность с собой отрицательная, снятая положенность. И тем самым также и нечто сущее. Сущее. И это курсивом выделено у Гегеля. У него курсивом выделено сущее. А что такое сущее? Об этом мы говорим. Непосредственное. Сущее. То есть снова мы пришли к непосредственному. И вот можно сказать, это та точка, это перед примечанием положения обоснования, с которой начинается другое движение. Вот это вот теперь впервые появилось бытие в сущности. Такое прочное вот. То есть до дна дошли с этим рефлексивным движением. Все время было ничто, 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 ничто. И вот это ничто исчерпало себя.
То есть, а как оно может себя исчерпать? Только через отрицание. Оно не бросилось никуда, оно себя отрицало. То есть пройденное. Мир разбухает, а ничто пройденное. Да, нет, наоборот, определенность довела себя до такой степени, что она стала равной самой себе и стала непосредственностью. Непосредственностью. Вот это развитие рефлексии. Она себя отрицала. А отрицанием определенность, если вот есть. У нас было учение о бытии, бытие с определенностью. Вот, а тут получилась определенность, была предметом все время нашего логического рассмотрения и предметом движения. Она себя отрицала, а отрицание определенности есть бытие. И появилось первое бытие. А дальше уже, вот с этой точки и до конца этой книги «Учение о сущности» пойдет речь о том, что, скажем, как будет это бытие развиваться. Сначала появится основание, потом основание будет основанием, на нем будет основанное. То есть оно, значит, вот различение будет двух оснований и основанное, а так в основании лежит безразличная основа, а она раздваивается на основание и основанное. И вот в качестве этого основанного появится форма. Это вот все эти определения, которые, так сказать, выражались рефлексией, они теперь как бы будут витать над основой. Это определение ее. А как они могут витать? Только как отрицание этой основы. То есть они с ней связаны этим самым отрицанием. Они не витают на ней безразлично, они с ней связаны отрицанием. А вот та самая основа, которая имеет форму, но эта форма от него отлетела. Вот такая бесформенная основа называется материей. Материя не в том смысле, в каком мы употребляем ее в философии, а в том смысле, в каком мы говорим, что в смысле материала, из чего, из которого. В смысле, да, такого основания, из чего вы это сделано, это вот предмет, вещи и так далее. Да. Он говорит, другое такое слово, субстрат. Вот субстрат, из чего сделано? Субстрат. Вот субстрат, есть такая категория. Это вот субстрат. Да. А потом, но это только на первый взгляд сначала они так разделены. Но на самом деле эта материя, это мы только ее искусственно разделяем, а она на самом деле форму-то имеет. И вот такая, которая оформлена, вот эта материя, это содержание. А содержание, значит, в себе имеет и форму, и субстрат. И форму, и материю. И поэтому, но к содержанию мы приходим, отрицая уже, возвращаясь снова от определения к этой самой материи. И вот мы получаем содержание. Ну а содержание оформлено, а форма содержательна. И вот мы получаем такое очень важное диалектическое знание, что никак нельзя отделять вообще форму от содержания, а содержание от формы. Это, например, неразделимое. Это неразделимое. Не бывает бесформенного содержания. И не бывает бессодержательной формы. Поэтому так называемое реформирование, когда они молчат, люди, которые занимаются реформированием, может быть уничтожением, например, того, что реформируется. Потому что если не указать на содержание этого реформирования, то это реформирование может вести просто к ликвидации, к уничтожению, что мы и наблюдали. Это вот другой вариант, так сказать. Была перестройка, а можно реформировать все. Давайте вашу форму изменим так, что заложим вас в прокрустово ложе, и, как говорится, ноги ваши будут торчать оттуда, придется часть ног отпилить. Или вы будете двигаться в другую сторону. Да, 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 совершенно верно. То есть вот дальше уже, смотрите, что получается, прежде чем отправиться в дальнейший путь, вот здесь Гегель уже упрочивает вот это, все это соотношение, это все относится к, в общем, и к природе, и к обществу, это все объективная логика. Учение о сущности, объективная логика. И потом только мы начинаем рассматривать уже основание, снова теперь снова возвращаемся к основанию основанному, уже как содержание и форма выступают как основание основанное. Но нет такого основания, на котором бы не было основанного, и нет такого основанного, которое не соотносилось бы с основанием. Никакого разрыва формы и содержания в этом смысле быть не может. Ну, а, например, в искусстве, например, известно, что такое там форма. Там и формы, и содержание, и искусство, они неразрывно соединены, правда? Кстати, двухтомник там вышел в этом, лекции по эстетике. Да. Два тома. Да, да. Вот.
Но знаете, что интересно, у него вот это понятие духа, он всю жизнь искал дух, да, абсолютно, и он его нашел. Сначала он нашел феномен, феноменологию, а потом, я не помню, я не нашел вот в этой книге. Феноменология духа – это работа, которая предшествует тому, что он сделал в науке логики. Поэтому от науки логики к феноменологии духа, если мы обращаемся, мы идем назад. В то, что является движением вперед, вот что мы идем не к началу, а к предпосылке. Потому что начало – чистое бытие, а предпосылка, да, предпосылка была, предпосылка науки логики. Причем, что было, какой вывод был сделан в феноменологии духа? Как бы долго-долго бродил Гегель и сделал вывод, что есть три формы постижения мира. Одна форма – это постижение мира религиозное, фантастическое. Другая форма постижения мира в искусстве, в образах. И третья форма – высшая форма постижения мира в понятиях. Вот он дошел до того, что высшая форма постижения мира в понятиях, и тогда вот занялся постижением только в понятиях. И вот наука логики – это наука, которая соответствует понятию науки. Это система знаний, система понятий, которая отражает действительный мир. Тот мир, как его тогда понимали. Ну, вы знаете, моих мозгов хватает только на предисловие, которое здесь есть. Это неправильно. Ваш мозг находится в процессе становления. И раз вас хватает на предисловие, то вы пошли уже дальше, Евгений Николаевич. Это определение духа. Да, вы пошли уже дальше. Я дважды читал феноменологию духа. Первый раз я вообще это воспринял как произведение непонятное вообще. Невозможно. Второй раз я уже когда читал, так сказать, уже это было гораздо легче. Но из этого я понял, что наука логики нуждается в том, чтобы ее читать и не раз, и не два, и не три. И поэтому мы идем, как вы видите, темпом, не бегом. И то, что вот мы сегодня прошли за время, а время уже нашего рука отходит, занятие подходит к концу, мы пришли к очень важному выводу, что мы расстаемся с рефлективным движением как изолированным, как бы самостоятельным, в котором пропало всякое бытие. Оно совсем, только не одно ничто так все время циркулирует и отрицается всякое бытие. А тут получилось спокойное бытие, лежащее в основании. А есть рефлексия, она теперь над ним. И это вот основание от этой рефлексии не оторвано. И эта рефлексия, то есть движение определений, они создают эту самую форму. И дальше вот форма и материя, форма и сущность сначала. Форма и сущность, форма и материя, форма и содержание. Вот эти категории, надо это место прочитать. И это очень важно для понимания вот связи этих категорий. Только материя здесь берется, я уже говорил, не в виде, так сказать, вот так, как мы привыкли говорить о материи как то единое, что есть, а в том смысле, что составляет субстрат того, о чем, что рассматривается. Того, что рассматривается. В зависимости от того, что вы рассматриваете, конечно, если вы рассматриваете весь мир, тогда у вас это, так сказать, понятие материи сначала берется как бы лишенное всех определений. Но как всегда у Гегеля получается, не надо думать, что это окончательный вывод, то, что написано сначала. Потому что он обязательно возьмет противоположный вывод. Обязательно. И с учетом этого противоположного вывода сделает общий вывод, что там есть и то, и другое. И материя, с одной стороны, если вы говорите о материи, ну вы отвлекаетесь, в общем, от конкретной формы, правда? Как и от движения. Вы тоже отвлекаетесь от конкретной формы движения. Но все-таки вы должны понимать, что материя не бывает без формы. И форма, она материализована, а материя оформлена. И поэтому они неразрывны. И поэтому более глубокое понимание той же самой материи состоит в том, чтобы видеть материю оформленную, то есть с формой. Это очень важный вот этот раздел. Очень важный раздел – это форма, материя, содержание. И это нужно и прочитать, и запомнить. Даже если мы, скажем, не поняли предыдущие и не поняли последующие, вот этот кусочек, он, даже если вы его самостоятельно почитали, вырвали из контекста и почитали, его можно понять, ну, как бы поверив, что там мы уже разобрались, вот это мы еще разберем, а вот это мы сейчас читаем. То, что у нас насущное. Это насущное же.
Вот что у нас является предметом нашего рассмотрения на кружке. Вот это и насущное. Вот это насущное. И я так вот, когда планировал занятие это, то оно исходило не из того, что сколько мы пробежим далеко, а что мы далеко не пробежим, но мы очень важный такой разделчик здесь, короткий по объему, то есть эти странички скажут, я не могу долго читать Гегеля, не читай, прочитай 3 страницы, 4, прочитай вот это вот. И здесь уже, я думаю, наши товарищи порадуются, что восстановленные через сущность бытия, потому что без бытия мы скучали. Очень скучали. Несколько лет мы изучали это бытие, и потом оно пропало. Ну и оказалось, что оно не совсем пропало, что мы с ним встретились. Но для того, чтобы с ним встретиться, надо было пройти через вот рефлексию. А рефлексию сразу не пройдешь. То есть это такая штука, на которые Ленин, так сказать, как-то там, так сказать, затормозил. И нам это было всем тяжело. И до сих пор тут такой абсолютной ясности, конечно, нет. Но нам нужно что понять? Если мы изучаем диалектику, то вот здесь важна связь категорий. Не просто какая категория за какой, а идет связь. Меня еще запишите, что моя фамилия Попов. Я вас... А, уже есть, да? Хорошо. Спасибо. А то, думаю, меня как раз и вычеркнут отсюда. Скажут, все были, а этого нету. Я напечатаю. Да, это не обязательно. Это не, вы себе можете. А, ну, конечно, потом сделать, да. Да, конечно, да. Да, да. А потом дальше будем тех, кто не ходит на кружок из населения Советского Союза, будем репрессии применять, да? Да нет, не в этом. Это использованная аудитория. Ну, конечно, да. Да. Вот даже все-таки важно, кто был, кто знает. Ну, конечно, да. Конечно, да. Ну что, есть у нас какие-то вопросы? Есть, да, пожалуйста. Я понял, что бытие связано с рефлексией посредством основания. Как? Бытие связано с рефлексией посредством основания. Да. Как только мы дошли до основания, то вот основание – это бытие. Но это не просто бытие, а восстановленное через сущность бытие. Красиво, красиво. Понимаете? Восстановленное молоко любите, нет? Я вообще не люблю молоко. Ну вот, ну значит не любите. Раз вы вообще не любите, то и... А вот восстановленное через сущность бытие вы потребляете. Видите, а молоко не потребляете, вам не надо его. Но зато это у вас есть восстановленное через сущность бытие. То есть оно снова явилось, потому что его долго мы не видели. Вот смотрите, это у меня страница 72. Значит, 70 страниц, нам только все время Гегель толковал, что это не сущность. Это не сущность. Если вы получили какое-нибудь бытие, это не сущность, это не сущность, это его не имеет права. То есть вы можете его брать, но в отрицание, как ухождение. Вы присутствуете только в своем ухождении. Я ухожу только в своем появлении и так далее. Все присутствуют на кружке только потому, что уйдут. А все уходят потому, что они придут, пришли. Ну, правильно, вы не будете же с этим спорить, что вы уйдете с кружка только потому, что вы сюда пришли. А те, кто не приходил, те и не уйдут. Поэтому, строго говоря, вот то, что как бы предполагается, но не акцентируется, Гегель на этом акцентирует внимание. Вы есть только в своем ухождении. Члены кружка – это те, которые регулярно посещают, то есть приходят и уходят. Но то, что приходят, как-то фиксируется, а то, что они уходят, как будто это не факт. Это тоже факт, потому что если они не уйдут, то они больше никогда и не придут. Если мы будем тут сидеть, я думаю, нас отсюда попросят и больше никогда не откроют. Для нас, вот для нас, как для колледжа, для нас важно, у нас есть такой предмет, называется информационные технологии. Да. Которая начинается с восприятия. Восприятие – это все-таки рефлексия. Да. А поскольку это философская категория, рефлексия, она применима и к нам. Конечно. Поэтому одно из направлений искусственного интеллекта, например, автомат, летящий на Марс, он рефлектирует те параметры, первичные данные для нас. Да. Теперь я хочу сказать в заключение, чтобы мы, так сказать, понимали значение нашего кружка. Ну, мы, прежде всего, кружок сделали для тех, кто в нем занимается. После того, как кружок стал записываться, значит, товарищи, которые на необъятных просторах нашей страны
а также и русскоязычные товарищи из других стран стали требовать, а почему нету, это долго нету записи очередного заседания кружка. То есть посещения, ну, такие очень большие, то есть там, скажем, на кружке присутствует, ну, как кружок, 5, там, ну, максимум 10 человек. А просмотров? Ну, 2500, 3, иногда 5000, 4000. То есть вот это мы тоже должны видеть, что, что мы можем сказать в связи с этим тем, кто хочет в нем заниматься. Вот именно потому, что на канале Фонда Рабочей Академии, на который можно выйти так, YouTube и дальше Фонд Рабочей Академии, там выложены все занятия нашего кружка с самого начала. Потому что мы, конечно, на каждом занятии повторить не можем то, что было до этого. Но люди, которые хотят заниматься в этом кружке, они имеют возможность последовательно рассматривать, что на каком занятии делать, получают известную помощь, поддержку и содействие в самостоятельном изучении науки, логики Гегеля. И это вот миссия нашего кружка. А мы здесь, вот те, кто здесь присутствует в явном виде, ну, мы известные первопроходцы. Если у нас что-то не получается, то над нами будут смеяться, так сказать, те, кто смотрит. Но не обессудьте, у нас тоже есть недостатки. У нас зато есть обратная связь. Более того, работать с текстом Гегеля – это очень серьезная работа. И лучше все-таки со специалистом. Нет, лучше и то, и другое, потому что... Вернее, да, и то, и другое. И то, и другое. Но... То есть мы стараюсь... на этот вопрос, а кто-нибудь помогает нам читать науку, разбираться? Да, помогаем. Вот мы помогаем. Помогаем, да, потому что этот кружок помогает тем, кто самостоятельно... Понятно, что заменить кружок самостоятельное изучение науки никак не может, потому что это кружок... Очень медленно. Да. Это кружок по изучению вот этого произведения. Поэтому кто это произведение изучает, тот, естественно, нуждается в поддержке, в совете и так далее. И он, так сказать, может это иметь в виду, может пользоваться, да. Поэтому я вот как раз на это обращаю внимание, что все занятия кружка записаны, так сказать, вывешены. И всякий, кто хочет заниматься, он может к ним возвращаться и раз, и два, и три. Если бы они не были записаны, ну, как говорится, вот мы сказали, а кто-то не смог, потому что там метро не работало, или кто-то не смог, потому что он живет в Краснодаре, или он живет во Владивостоке. А товарищи, которые живут в Краснодаре, или во Владивостоке, или в любом другом месте нашей необъятной страны, могут воспользоваться этими записями и тем самым участвовать в работе группы. Пока вот кружок действует, действуют, так сказать, все вот эти люди, которые самостоятельно занимаются. Мы это ощущаем, потому что кроме, когда мы получаем результаты ответов на вопросы на занятиях в Красном университете Фонда Рабочей Академии, мы видим, что люди изучали, и что это не те люди, которые вот сейчас получили наши вопросы и прямо сейчас и ответили, они уже эти вопросы разобрали. И уровень, видно, что от года к году он повышается. То есть те люди, которые приходят вот, в Красный университет, и они тогда записываются и получают задания и отвечают на них, мы видим, что эти люди подготовлены. То есть это занятие кружка, они не пропадают. Ну вот, именно поэтому мы эту задачу будем решать и продолжать. Значит, следующее... У нас этот месяц закончился, так? Этот месяц закончился, и теперь у нас начинается месяц март. Ну, давайте посмотрим, значит, ну вот мы можем первое занятие сделать, седьмое, да? Да, седьмое. Это рано. 14-го, так? Это будет 14-го. Вот 14-го. 14 марта, а потом 28-го. Да? Да, очень удобно. Да? 14-го, 28-го. Как в феврале? Давайте запомним, что 14 и 28 марта здесь, в этой аудитории, мы продолжаем начало в 19 часов. А мы встречаемся с Евгением Николаевичем всех приходящих и заодно, кто хочет побеседовать на тему кружка до начала, когда уже какая-то беседа немножко такая уже не получится, она более строгая здесь, собственно, занятия могут подходить к половине седьмого, приходит Степан Степанович записывать. Вот, так что с половины седьмого можно уже собираться, а в 7 часов мы начинаем, и времени у нас не так много.
уходит, но зато такая помощь очень существенная для всех. В том числе я хочу сказать и лично, что поскольку на мне лежит такая нагрузка, что я должен делать вид, что я все понимаю, это меня побуждает к тому, чтобы каждый раз снова перечитывать и перечитывать, ибо я не могу выйти и здесь сказать, что извините, товарищи дорогие, вот, ничего не могу сказать. Я не могу сказать, что я абсолютно все понимаю, но вот поскольку мы движемся, и не с такой бешеной скоростью, как хотелось бы, все люди, которые изучают, все понимают, скорость у нас хорошая. Значит, за нами угнаться тяжело. Вот. Ну, можно угнаться, кто хочет, но для этого ему нужно приложить известные усилия. Мы это будем продолжать. Тем более, что впереди у нас очень содержательный материал. Это какой материал? Вот сейчас будет существование, о котором все время хотели люди говорить, о существовании. А я все время осаживал, говорю, не-не-не, да вот бытие и хватит. А вот теперь будет существование, существование в условиях и на основании. А потом будет... Да, при таких условиях. Некоторые люди не понимают, что есть условия, то без чего. Вот скажем, то, что здесь... Кружок не может же без освещения, без помещения, без воздуха он не может. Без участников кружка. Вот. И надо различать, что есть условия, что есть само основание. То есть вообще основание – это наше знание, наше изучение. А условия – это все. Без условий не вступает в существование. Суть дела, как в Гегеле написано, когда для какой-нибудь сути дела созданы все условия, она вступает в существование. А дальше вот закон. Ну, мало кто знает, что такое закон. Или забывает, или редко о нем говорят. Сейчас особенно. Мнение, суждение, или просто эти самые говорят, что мы люди, которые ничего не понимают, как называется, и ничего не знают. Дилетанты. Это мода стала на дилетантизм. То есть я, говорит, вот почему она такая эта развитая мода, такая широко идет? А потому что вот, из каждого, кто изучает, что-нибудь, требуется точность, понимание, на них дисциплина мысли. А дилетантов ничего не требуется. Я вот, может быть, попаду в точку, где-то правильно угадаю что-нибудь. А если не угадал, то меня начнут прижимать и вы скажете, что вы не то говорите. А я сказал, что я дилетант. Я за всем сказал, что я дилетант, поэтому отстаньте от меня. Дилетанты могут говорить все, что угодно. Они же сказали, что они дилетанты, открыто заявили. И вот идет одновременно с занятиями нашего кружка, который пытается привить научность в подходе к исследованию вообще действительности, идет дилетантизм, воинствующий дилетантизм, когда люди пропагандируют просто этот самый дилетантизм. Дилетанты, мы дилетанты. И вот мы встречаемся, обсуждаем, можно обсуждать, соберутся дилетанты, и дилетантски все обсуждают, никуда не углубляясь. А мы будем углубляться все дальше и больше, то есть впереди явление и его закон, впереди действительное, которым вообще не везет, да действительно никто не добирается, мы ведь и тоже еще не добрались. Категория действительности очень редко употребляется, а это же самая великая категория объективного мира. Разрешите реплику в пользу дилетантизма, да? Да. Потому что есть ругательная сторона термина дилетанта, а есть и положительная. То есть не бывает, нет хода без добра. Дилетант еще можно переводить как любитель. Нет. Любитель – это положительное, он любит. А дилетант – это человек, который освободил себя от необходимости изучать истину. Одно русское слово, другое не русское. А это не случайно. У нас не русское слово «утиль» очень хорошо выражает, что это в английском языке «utility» – это полезность, а «утиль» – это вот, ну, барахло, которое можно, как говорится, куда-то приспособить. В этом смысле дилетантизм тоже приспособить – это барахло, но научное или в области науки. Дилетанты – это нечто противоположное научности, знанию. Правильно? Это те люди, которые не хотят учиться, потому что они хотят оставаться дилетантами. А если бы они учились, то они были бы учеными в становлении. Это каждый может быть. Правильно? А что противостоит этому? Эрудиция, например. Эрудит. Разве плохо? Эрудит что, хуже дилетантов? А эрудит ты не слышишь уже, чтобы говорили эрудит. Иногда дилетанты. Еще и хуже, да. Иногда еще и хуже бывает. Эрудит, иногда хуже дилетант. Бывает. Потому что, например, вот люди, которые... Если он эрудит, в чем попал? Вот Михаил Васильевич, уважаемый наш ведущий, наш, он как бы думает, что он не гуманитар. На самом деле математика – это какая наука? Вот есть три класса наук. Пограничная. Общественная, естественная и гуманитарная. Но не антиобщественная точно. Общественная.
Общественная? Как наука? Да нет, конечно, она не общественная. Науки. Да, нет, конечно, она не общественная. Она гуманитарная. Она непосредственно не имеет никакого объекта. Она как бы сама в себе. И она применяется к миру, но из себя она строит науку, которая ни к чему не применяется. Абстрактно строится. Я как человек, закончивший 239 школу. Знаю, у меня жена закончила ее. Вот. Закончила ее, да? Да, и преподает в Лесотехнической академии. Вот. Нас, вообще-то говоря, там много чему учили, и в том числе то, что математика, вообще-то говоря, соответствует неким реалиям. Понятно. Она соответствует, но сама по себе она об этом молчит. Она об этом молчит. Внутри себя. Поэтому это ужасно. Это Энгельс о ней говорит, что это наука о количественных соотношениях и формах нашего мира. А я по-другому все-таки привык относиться к математике. Математика нас учит оптимальным алгоритмом мышления. То есть вот почему? Ну, Ломоносов не хуже говорил, что это математику уже потому изучать стоит, что она ум в порядок приводит. Совершенно верно. Вот видите, я тут ближе к Ломоносову, чем... Конечно, вы ближе. Поэтому, вы понимаете, какая интересная штука? Вот Гегель создал систему с попыткой однозначно закрепить за философскими категориями. И это большая работа, большущая работа. Поскольку его читать почти невозможно, поскольку я... Посмотрите, мы с Михаилом Васильевичем разные люди. Но люди. Левый полушарий. Я, скорее, правый полушарий. Даже у нас внешний вид говорит о том, что Михаил Васильевич строгий лобик. А у меня совсем другой тип мышления. То есть у меня качественные какие-то скачки происходят со мной. Причем... Поэтому для меня Гегель, последовательное изучение Гегеля, для меня это норм. Просто это невозможно. Но вы хоть обрадовали этих слушателей наших участников кружка, а то они думают, они одни не понимают, а тут хоть есть участники. Я этот момент вырезать. Я могу читать только предисловие. Я что-то понимаю. Более того, Гегель всю жизнь гонялся за духом. Оказывается, он из семьи протестантов, которые убежали от контрреформа, там у него очень трагическая судьба. Маркс не так определял. Он говорил так, что история славит как самого счастливого того, кто принес счастье наибольшему количеству людей. Гегель счастье принес многим людям, поэтому он счастливый человек. А кто-то то, что вы мучились, это история безразлична. Это игнорирует. Ну что? Ну что, спасибо, товарищи, всем за внимание. И до следующего раза, до 14 марта, 19 часов.